В городском округе прошла ярмарка вакансий. Более 40 работодателей из Люберец, Москвы и ближайших муниципалитетов предложили помощь в трудоустройстве. На ярмарке побывали и мы. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая вакансия? Здравствуйте. Огласите список ваших вакансий, что вы предлагаете на данный момент. На ярмарку вакансий пришли больше 200 человек, каждый в поиске лучшей работы. Юрист с 12-летним стажем Надежда Феоктистова ищет новую работу 2 месяца. Признается, что трудоустройство – дело непростое. Много сложностей и предложений мало очень. И как-то не перезванивают, резюме отправляешь, а отклика обратного нет. Сейчас пока я только набрала информацию, буду тоже обзванивать. Завтра пойду в одно место тоже пособеседуюсь. Преимущество ярмарки вакансий в том, что можно за короткое время пройти несколько собеседований в разных компаниях. Также здесь помогают начинающим предпринимателям составить бизнес-план, оформить возможные субсидии. Сегодня мы пригласили также и представителя социальной защиты населения, который может проинформировать, как безработный гражданин может открыть собственное дело. На это выделяются средства из федерального бюджета. Трудности возникают не только у соискателей, но и у работодателей. Многим организациям сложно найти подходящего специалиста. Выход – ярмарка вакансий. В этот раз свободные должности предложили больше 40 компаний из Люберец, Домодедово, Котельников и Москвы. Вакансии висят в центре занятости, но люди приходят очень редко. Но, к сожалению, рабочие профессии еще сложнее найти, чем инженерная специальность. Но будем рады, чтобы хотя бы просто были мужчины с хорошими руками. Рабочие специальности сейчас самые востребованные – слесари, сварщики, кладовщики. В них нуждается практически каждая организация. Мы растем в производстве, появляются новые рабочие места. И суть в том, что кто хочет, особенно в нашем регионе, работу можно всегда найти. Поэтому так или иначе, но количество безработных уменьшается. И стоит задача перед администрацией, перед центром занятости создавать некие условия в поисках работы для тех, кто хочет найти себе работу. Сейчас состоят на учете в Люберецком центре занятости 3250 человек. По сравнению с началом года уровень безработицы уменьшился больше, чем в 2,5 раза. И на данный момент составляет 1,7% от экономически активного населения округа. Анна Слайковская, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.